Вот-вот будут объявлены номинации на премию Грэмми в 2021 году. Так вот, как они это делают. Да, это что-то вроде трансляции. Я думал, что номинации появятся на главной странице. Как список. Пожалуйста, прошу, где наше имя? Начинается. Начинается. Это он. Мы исполнили для него динамит. Что происходит? Я не знаю, что. Мы все еще должны смотреть. Я не понимаю английский. Переводы, быстрее. Простите, мне пришлось уложить волосы. Он сейчас много работает над волосами. Так, это продюсер года. Номинанты, номинанты. Все просто. Вот как они это показывают. Да, это номинанты. Да. Так что, если они скажут «лучшая группа» и там будет написано BTS, верно, то мы номинированы. Пройдет еще 50 минут, прежде чем мы появимся там. Правда? Ты спрашивал ведущего сегодня? Я должен спросить? Хотел бы я, чтобы нас номинировали в трех категориях. На самом деле, хоть одна, и я так буду благодарен. Парень ведь может мечтать, верно? Верно. Я бы хотел, чтобы они номинировали меня на микстейп, который нельзя пропустить. Помню, как Хобби давно говорил о Десане. Это категория? Микстейп, который нельзя пропустить. Ви! Это латинская музыка, а потом будет американский рутс. Потом комедия, музыкальный театр, музыкальное видео. Итак, лучшее музыкальное видео. А потом классика, R&B, а затем поп и современное. Тогда нам нужно сосредоточиться. Отсюда, лучшее музыкальное видео. Ви готовит полуночную закуску, пока ждет. Я хочу есть, очень голодный. Просто дай мне одну. Нет. У нас завтра съемка, присядь. Я спросил тебя, хочешь немного? Голоден. Я не слышал. Можешь спросить еще раз? Хочешь? Да. Иди съешь тогда треугольный кимбаб. Эти яйца для меня. Ну, один кусочек. Утром у нас съемка. Нужно проснуться утром. Покажи что-нибудь или что-то в этом роде. Тогда я дам тебе немного. Шоу. Это твой навык. Тогда не получится. Я чувствую вкус кочхуджан. В конце концов, они все равно делятся едой. Началось. Немного времени на мукбанг. Зачем ты его так развернул? У меня давно такого не было. Ты тоже хочешь, да? Сейчас это не важно. Я видел, как ты смотрел на него. Следующая номинация, дальше. Сделай что-нибудь милое. Последний шанс. Скоро начнется. Сразу после этой номинации. Музыкальное видео? Раз, два, три. Это Билли Айлиш? Немножко рамена. Сделай что-нибудь милое. Раз, два, три. Это не то. Раз, два, три. Раз, два, три. Хочешь немного? Да. Супер острая. Да? Мне не нравится острая пища. Мне тоже, но он кажется в порядке. Я сразу же вспотел. Для меня это тоже остро. Хорошо, да? Окей, следующий поп. Поп. После этого? Да. Билли Айлиш. Лучшее поп-выступление группы или дуэта? Началось! Поп-дуэт-группа! BTS, Dynamite! Мое сердце забилось сильнее, чем я ожидал. Мое сердце колотится. Там Intentions и все другое. Эти номинанты сильные.
Я забыл сфотографировать. Это безумие. У нас так просто, отлично смотрится. О, динамит. У нас получилось, верно? Больше ничего не важно. У нас получилось. Я не сделал фото. Так что это правда может случиться. Мне просто интересно, что это. У нас получилось, каково это? Хорошо. Я должен был это сфотографировать. Как ощущение? Удивительно, но в конце концов это случилось. Это настоящая жизнь. Чонгук, это действительно случилось. Мемберы делятся радостной новостью с семьей. Это случилось, вы видели? Как вы можете не звонить мне тогда? Папа, люблю вас. Мы получили номинацию. Да, номинация на Грэмми. Был прямой эфир для номинации. Мы смотрели его. И поэтому я позвонил тебе. Мы ходили как зрители. Теперь мы на самом деле номинированы. Да, никогда не знаю, что случится. Мы еще трепещем. Мы довольно хороши, понимаете? В самом деле. Теперь я могу умереть счастливым. Окей, давай. Это, наверное, больно. Мое колено. Не умирай на нас. Отличная работа, ребята. Хорошая работа. Это случилось. Это действительно случилось. Мы получили бонсан. Мы его уже получили? Ой, я имел в виду, что мы получили номинацию. Получилось. Спасибо за просмотр. За перевод благодарим фансап-группу Будилиум. Озвучил Кайл.